Компания Oysters совсем недавно вышла на рынок портативных устройств. 4 года – это по меркам мобильных брендов еще совсем младенчество. Но уже сейчас видно, что бренд пойдет далеко. Продукция Oysters не сделана по какому-то усредненному стандарту. Все девайсы этой марки уникальны, и данный планшет – явное тому подтверждение. Девайс называется Oysters T3 3G. И название говорящее. Основой аппарата стала платформа NVIDIA Tegra 3. В нем установлены 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, гигабайт оперативной памяти и мобильная графика GeForce. Кроме того, устройство способно выходить во всемирную паутину не только с помощью Wi-Fi, но и через сети 3G. На левом торце планшета можно найти слот для установки сим-карты. Кроме того, здесь же под заглушкой расположен и слот для карточек microSD, а также аппаратная кнопка для перезагрузки устройства. Еще есть аудиоджек, разъем мини-HDMI, USB-порт и встроенный микрофон. Кнопка включения блокировки, а также регулятор громкости находятся на верхней части устройства. Девайс оснащен дисплеем с диагональю 9,7 дюйма. Это IPS-матрица с разрешением 1024 на 768 точек. У нее широкие углы обзора и натуральная цветопередача. Собственной памяти у аппарата 16 гигабайт. И часть этого объема занимает операционная система, поэтому наличие слота для карт памяти весьма актуально. Oysters T3 3G работает под управлением Android 4 версии. Никаких дополнительных оболочек, ничего лишнего, поэтому интерфейс, равно как и все программы, работают предельно плавно. Из предустановленных приложений стоит отметить Cool Reader для чтения электронных книг, Documents to Go для работы с офисными документами, киносервис Iviru, универсальный MX Player, а также бесплатные версии игр, разработанных специально для аппаратной платформы NVIDIA. Провести вдали от розетки девайс может достаточно долго. Аккумулятор емкостью 6000 мАч в сочетании с Tegra 3 обеспечивает около 16 часов автономной работы в активном режиме использования. При этом в впечатляющем наборе характеристик устройство Oysters стоит вполне адекватных денег. Девайс отработает каждый вложенный в него рубль. Планшет отлично лежит в руках, здесь использованы качественные материалы и сборка тоже не подкачала. Аппаратная платформа NVIDIA обеспечивает достаточный уровень производительности и, кроме того, под нее уже сейчас выпущена масса классных игр. Такая вот интересная машинка для тех, кто знает толк в мобильных развлечениях. Это и многое другое в интернет-магазине «Связной».